Друзья, всем привет! Выбрался я порыбачить. Приехал снова на известковый затон. Вятка омелела совсем. После дождичков снова вода ушла. Ну и погодка уже такая, не так уже жарко. Сегодня 12 июля. Самое то. Ну, есть надежда, что рыба будет клевать. Хотя, конечно, ей не прикажешь, что у нее на уме. Только ей известно. Ну, вроде как, все располагает к клеву. Дождиков давненько не было уже неделю. Поэтому рыба успела проголодаться. Будем надеяться, что она поклюет сегодня. Встал тут на перекате, вот закинул такую бортовую удочку, там грузик, два крючка с червяками. Может, кто-то клюнет. Уже раза три, наверное, закинул, никто не клюет. Тучка какая-то надвигается, вот. Только приехал, ничего не было, вот. Раз и точка появилась. Затишье такое, что-то все замолчали, птицы. Тишина такая настала. Ну, может обойдет. Переехал пониже. Вроде все тут хорошо. Ну, не клюет что-то ничего вообще. Что такое сегодня? Что-то странно совсем. Сопочка одна клюнула. Небольшая. Небольшая, конечно. Но возьмем все-таки первое уж. В крайнем случае. Котиком пойдет. Пескари, заразы. Фу, что ты делать-то вообще? Ладно. Спустимся ниже. Вот там коряга торчит. Попробую туда спуститься. Thank you.
сразу. Тихонько. Собатило хорошо. Чихонька. Небольшая. Ну вот, хоть немножко повеселее стало. Три чихоненькие клюнуло. Солнце почти село. Какие-то тучки вот ходят. Тучки ходят, не знаю, дождь-то обещали, не обещали. Не смотрел. Кто это у нас тут? Сапа. Клюнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну так, побольше в этот раз. Хоть что-то. Мушки заели, пришлось. Ух ты, еще кто-то. Тихонько. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Да что ты? Ай. Тихонько, ладно. Небольшая, ну, возьмешь, надо как-то повялить уже. Пол лета прошло. Крупная никак не клюет. Ай. Колокольчик один отлетел. С одним колокольчиком. Мне кажется, надо собираться ближе к машине ехать. Тут уже не клюет ничего. Так. Так, что делать? Наверное, все-таки ближе к машине поплыву. Может, там где-то стану еще. И порыбачу. Может, сейчас под вечер поклюет что-нибудь. Какой-то народ тут понаехал, блин.
Да, попал я тут, блин, не отдохнешь тут. С этими товарищами. Так вот я здесь кушаю, ужинаю. Салатик вот заправил из свеженьких огурчиков, редисочки, укропа, лука. Вот. Сейчас поужинаю и лягу спать. Блин, музыка-то, конечно, мешает. Ладно, как-то переживем. Ладно, все, всем спокойной ночи. Доброе утро, друзья. И так вот всю ночь. Ну, немножко-то вроде как поспал, конечно, как мог. Друзья, доброе утро всем. Времени 3:00. Я уже тут расставился. Будем рыбачить. Не знаю, как будет клевать, конечно. Пока что-то так. Не клюет пока ничего. Ух ты, кто-то есть. Кто это у нас тут, сорожка? Ай-яй-яй-яй, тихо. Где леска-то, не вижу. Опа-на.
здесь. Это сорожка у нас клюнула. Первая утренняя сорожка. Небольшая. Возьмем. Мелочи опять вот. Оф, и нет, кто-то крупный был. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто-то крупненький был. Ну, насколько там, непонятно, конечно. Но вес почувствовался. Так. Да что ты? Кто-то, блин. О, есть. Есть кто-то. Сорожка. Сорожка. Стоять. Тихо. Сорожка у нас тут поклевывает. Так. Тоже кто-то дергает. Фу, пришлось переделывать поплавок. Потому что как-то он так перестал работать по-нормальному. Сорожка еще одна клюнула. Маленькая, правда. Какая-то. Сорожку возьмем. Рассвет, друзья. Разгорается прямо на глазах. Красота. Все, солнце встало. Как-то очень быстро. Моментально рассвело. Так. Я решил спуститься пониже. Опять пескари тут, я не знаю, что такое в этом году с пескарями-то. Где нормальная эта рыба? Что ты будешь делать? Вот такая красота.
нас тут чихунь. Нет? Это у нас сопа. Небольшая. Крупных где-то нет. Стало тут, не знаю, поспокойнее. Но тоже ничего хорошего пока. Ух ты, ты чихонь. Ах ты, какая резвая. О, крупненькая. Только выключил камеру, а? Да. Ну, хорошенькая такая. Уже покрупнее. Ух ты! Какая. Что это такая? Чихонь опять. Тихо, тихо, тихо. Ай. Ух, за жабру. За жабру, что ли, попалось? А, нет, просто так. Тихо. Заглотила. Вот такая. Так, вот, видимо, на спокойном течении получше как-то. Пока что. Что-то поклевывает. Так красиво утром. Туманчик такой. Нежные утренние краски. Крыла перестала клевать. Так, спускаемся еще ниже. Тут перестало клевать. Зацепился. Видимо, ветка тут какая-то. Оборвал все.
перевязывал полностью. Ой, столько времени потерял. Такая рыбалка, что-то как-то никак в этом году не могу настроиться. Рыбалку в проводку. Груза что-то великие еще поставил. Убавлять надо. Совсем тонет плавок. Вот. Есть кто-то там. Кто это у нас? Сапа. Нет, сорожка. Сорожка крупненькая. Хорошенькая. Ух. Хороша. Какая сорога. Заглотила. Вот такая сорожка. Клюнула. Оставим пока так. Ну-ка, давай еще что-нибудь. Приплыл на перекат. Где-то уже минут, наверное, 20 стою тут. Совсем поклевок нету. Наверное, буду собираться сейчас. Что вечером чуть-чуть поклевало. Что утром тоже. Ну, утром чуть получше, конечно. Но как-то все равно слабенько. Не знаю, что такое. Так, друзья, ну вот столько рыбы я поймал. Совсем немного сегодня. На уху. Просили меня как раз наловить на уху. Поэтому как раз можно будет сварить. Все, сейчас я лодку складываю и еду домой. Ну, сейчас по пути еще наберу травы. Пижмы. Тут у реки чистенькое все. Поэтому... самое то набрать травки. Так, поставим пока сюда. Почти все собрал, сейчас подсохнет лодка.
Так, думаю, такого букетика хватит. Так, все, друзья, пижмы набрал, все, еду домой. Такая рыбалка сегодня получилась, вчера, сегодня. Ладно, что есть, то есть. Поймал немного рыбы, на ушицу хватит. Будем надеяться, что в следующий раз будет лучше. Ладно, все, всем пока, до скорой встречи. Увидимся в следующем видео.